Рейд по соблюдению правил безопасности на транспорте на железнодорожной станции «Асеевская» провели сотрудники администрации округа совместно с представителями пассажирской инспекции, РЖД и полиции. Адрес был выбран не случайно. Недавно под колесами поезда там погиб человек. 29 апреля, 4 часа утра, молодой человек 87-го года рождения, уроженец Республики Беларусь, шел по путям из области в сторону Москвы, 4 часа утра, и был сбит проходящим поездом пассажирским Уренгой-Москва, который шел со скоростью 100 км в час. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, не услышал, подавал поезд сигналы ему и светом, и звуком. Был травмирован смертельно и на месте скончался. На столбе возле платформы висит плакат, напоминающий о том, что в этом месте ходить опасно. Однако люди продолжают вести себя легкомысленно, идут прямо по железнодорожным путям, чего делать категорически нельзя. В ходе рейда его участники провели профилактические беседы с пассажирами. Не переходите дорогу в неположенных местах. Переходя дорогу, снимите наушники, снимите капюшоны, поглядите налево, направо, прислушайтесь, идет поезд или нет. У нас уже за пятый месяц 5 смертей, поэтому раз в месяц у нас человек гибнет. Мы, конечно, вот профилактическими мерами и заградительными пытаемся работать, но каждый человек все равно должен задуматься, что я живу один раз. Пассажирам еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности дорожного движения при пользовании транспортом. В листовках, которые раздавали участники рейда, написано, что каждый третий погибший на ЖД-путях оказывается в этой трагической ситуации исключительно из-за собственной невнимательности. Ведь поезд остановить мгновенно невозможно. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.